Привет всем! Вы на канале Позитивный огород. И сегодня мы пришли копать морковку. У нас в этом году посажено две грядки морковки. Ну вот, пришла пора ее убирать. Пока у нас еще все стоит такая сухая погода, а с завтрашнего дня уже обещают дожди. Некоторая морковка зацвела, вот тут несколько штучек, но вот уже первые начали вырывать. Вот такая вот морковочка. И вот здесь тоже несколько вырву, да. Только самую первую. Сейчас подготовим место, куда будем складывать ее, сушиться. Вот такая вот морковочка. Даже ее не нужно копать, только выдергивать. Есть крупная, есть помельче, но вот такая вот морковка. Вот это, наверное, в ствол пошла. И вот так вот достаем морковку. Одна переплелась вот как. Зерно переплелась. Ну, в целом такая вот морковочка. Ой, есть какие большие. О, какие громадные. Ну, раньше у нас больше было корявой. В этом году земля мягкая от торфа. Поэтому морковка вот такая вот. Ну, в целом ровненькая. Вот и помощница пришла. Морковки отсидит. О, какая помощница. Вместе будем дергать морковку. Вот такая вот морковка. И вот даже есть такой вот большущий экземпляр морковки. Такая вот крупнючая. О, какая морковка. Тут сразу килограмм, наверное. Вот такая вот морковка. Это у нас первая грядка. И вот она, морковка, с другой грядки, со второй нашей. Есть крупненькая, такая прям крупная. Есть такая, ну, есть, конечно, и такая поменьше. Все, это морковка, называется русский гигант. 150-200 граммов. Вот такая вот морковочка. Ну вот, всю морковку обрезали, и сейчас она сушится. Ветер поднялся страшный у нас. Ну так вот обрезали морковку, чтобы она потом при хранении не росла. Ну, сейчас она будет подсыхать на солнышке до вечера. Ну, потом уже будем убирать на хранение. Сперва в пчельнике будет храниться. Ну, какую-то часть в погреб сразу положим, чтобы весной потом достать. Ну, а часть в пчельник положим. Там у нас сейчас прохладно. И как раз до того, как занести пчел. Да и, в принципе, потом, так как у нас там температура где-то 0, плюс 1, плюс 2, как раз очень хорошая для хранения моркови. У нас в мешках там и хранится. Ну, какая-то часть дома в подполе. Еще морковка. Ну, в принципе, вся почти ровная. Есть, конечно, и корявые. Ее убрали, выбрали хрюшком. И вот здесь тоже морковочка вот такая.
такая вот самая крупненькая, такая вот. И вообще такой размер хороший. Вот это вот другой сорт. Восточная красавица вроде бы. Ну а всем тем, кому данное видео было полезным, понравилось, подписывайтесь на канал, делитесь этим видео с друзьями, заходите почаще в гости. И пока-пока. До новых встреч. Всем самого-самого наилучшего.